Юный оренбуржец спел на Первом канале. Кастинг в шоу «Голос» прошел 12-летний воспитанник театра «Щелкунчик» Рутгер Гарих. Он исполнил песню Гарика Сукачева «Я милого узнаю по походке». К номеру певец подошел ответственно и поразил жюри не только своими вокальными данными, но и целостностью образа. Он вышел на сцену в свободной рубахе и босиком.